у нас дети. У нас дети с каждого подъезда, если посчитать, по 15-20 детей выходят. И нам негде играть. Куда дети уходят играть, вот, пожалуйста, на пеньки присаживаются, на скамейках сидят. Идут, если в соседнем дворе, в соседних дворах там выгоняют их. Куда я только не писала, и писала и в Бишкекскую городской кинеш. Вот. И одним словом, все всегда все отказ.